Это хорошо. Мы должны И каково ваше место в этом новом мире тогда? Быть на каких-то голубых огоньках или возвращаться к истокам, как сказал бы, блядь, Дугин там? Слушай, а какая разница, понимаешь? Тут дело в том, что, ну, какой месседж ты вообще несешь по жизни, понимаешь? Можно, типа, охуенно отдыхать на голубом огоньке, знаешь, там, троллить там какого-нибудь, там, не знаю, Киркорова, и тем же вечером давать интервью депресснее просто и рассуждать там, я не знаю, о культуре, об искусстве. Почему нет? Ну, это вот это развлечение, знаешь, типа, вот здесь мейнстрим, а вот здесь, типа, андеграунд. Но это все устарело, это все не работает, потому что сейчас ты из андеграунда в мейнстрим превращаешься после твита Окси, я не знаю, там, Оксимирона какого-нибудь ебучего, потому что вот это на самом деле ужасно. Ну, насколько вот какая-то фигура, да, которая, у которой очень такие, ну, как сказать, непонятные, знаешь, типа, основания вот это все говорить, ну, такие очень такие странные. Допустим, как она может там одним своим словом превратить человека из ничего, допустим, в мейнстрим, да? Да, это просто... Это стрёмная тема. Некий архаизм, мне кажется, потому что это... Раньше, да, вот в Америке существовали какие-то, да, андеграунд-лейблы, которые занимались андеграунд-артистами. Независимые. Если ты увлекался, да, андеграундом в России, тебе нужно было, блядь, заморочиться, да, каким-то образом достать пластинку какого-нибудь там Лаэртского или кого-то. А сейчас что? Сейчас даже Кирилл Овсянкин, который занимается, да, абсолютно непопулярными вещами, может сделать трек от CD, он бах, выстрелит, и он куда-то выйдет в мейнстрим, и люди будут слушать даже, которые не интересуются этой музыкой. И поэтому альбом Сильпо, понимаешь, выходит на iTunes. Это же, блядь, это вот на самом деле веха конца вот этого вот модерна ебучего, понимаешь? Кирилл Овсянкин выходит на iTunes. Модерн умер, значит. Все, это пизда, типа, это значит, что что-то перемешалось, понимаешь? И, ну, вот это причислять, знаешь, там, нас там к определенному лагерю, там, а кого-то к другому, это все настолько вот смешано, настолько все разведено вот этим. Да, вот мы на самом деле чем вот занимаемся, мы будем... последовательно ебать всякую попытку нас в какие-то рамки подогнать. Загоните нас в рамку андеграунда и скажете, вы андеграунд, мы, блядь, будем фитовать с Ларисой Дольной. Скажете, что мы мейнстрим, мы будем фитовать с Кириллом Овсянкиным. Нам поебать, лишь бы люди, которые нас слушают, охуевали. Каждый раз. Вот, кстати, вы уже говорили раньше, что, типа, сейчас идут предложения там на почту от Дождя и от хуй знает кого. И можно ли сказать, что вот этот подход, который в свое время еще Оксимирон в батле против Дуни сказал, что, типа... Жопу мейнстрим, говорил типа, Оксимирон. Типа, это, я отказался от больших количества коммерческих предложений. Чем... Он это и на этом батле говорил, знаешь ли, да? Да, он вообще конечно, всегда говорит про себя. Конечно. Рэпер... Так ты понимаешь, вот в чем проблема Оксимирона, почему вот нас многие да, ненавидят, а Оксимирон, в отличие от нас, он пытается вот соответствовать вот этим вот вещам, о которых мы сейчас говорили, о том, что вот я андеграунд, поэтому я откажусь, да, от вечернего Урганта или от какой-нибудь. От вечернего Урганта, ну, да, отказался, а потом в итоге согласился, да, потому что вот пытается, идет вот эта вот попытка соответствовать, да, неким ожиданиям, трушности там или какой-то этой поебени. Да-да, а потому что если, допустим, нас пригласит вечерний Ургант вдруг на программу, мы с удовольствием пойдем. Скурим пятку, выйдем, попиздим. Да, с Ваней, типа, почему? Он неплохой парень, скорее всего, типа, почему нет? Типа, вот эти, знаешь, эти штампы вот эти ебаные, типа, вот здесь вот вам можно ходить, знаешь, типа, а вот по этой стороне дороги вам нельзя ходить, потому что здесь андеграунд, а здесь, типа, нет, это полное говно. Великий классик сказал, я однажды продал андеграунд и купил диван, все. Везде насрем. Мы насрем везде, ребята, где только можно. В андеграунде, в мейнстриме, на хате у Оксимирона, у Ларисы Долиной, у Мочевого Камня. Мы везде насрем. Если у кого-то есть телефон порчи, скидывайте.